Друзья, приветствую всех на канале Маткалот. С вами я, Юбак Игорь. Сегодня без Машеньки. Машеньке привет. Итак, друзья, ну просто так хочу показать, как пчелки летают. А хочу вам показать сегодня. Вот так у нас сегодня хорошо летают пчелки. Хочу вам сегодня показать, как я парафиню кормушки. Как я парафиню кормушки, потому что это не так часто мы делаем. Так что в следующий раз и возможности показать, наверное, скоро не будет. Итак, друзья, мама, привет. Привет. Так, друзья, вот, значит, труба. Такая труба в диаметре. Мама, сколько она в диаметре? 50, наверное. 50 сантиметров в диаметре. Я просто не мерил. Тут сделано дно, сварено, ну и сделано типа топочка. Ну, тут дно и топочка. То все заварено, так чтобы не текло. Там парафин. Парафин сейчас имеет около 140 градусов. Так как если будет меньше 100 градусов, он тогда просто будет ну, налипать. Не пропитывать, а налипать. Надо при большой температуре его парафинить. Тут, ну, тут сварен дымоход. Ну, вот так дымоход. Ну и пошел, чтобы в глаза не дымило туда наверх. Вот, друзья, вот так парафинится. Ну вот, кормушечки. Так, не знаю, горячий, не горячий. Вот такая кормушечка. Сейчас она пропарафинит, после чего потом еще будет это все, ну, как бы заливаться парафином. Заливаться еще будет парафином. Вот так оно выглядит. Так оно все делается. Вот там, тут, там лежат еще готовые. Готовые. Достает мама, ложит. Вот так их макает. Приблизно минуту-две. Там они долго не находятся. После чего достаются и ну и вот сушатся. И после чего еще будут обливаться углы парафином. Ну, уже более холодным. Где-то градусов 80. Ну все, друзья. Все, на сегодня все. С вами был я, Юбак Игорь. Кому нравится наш канал, подписываемся. Кому не нравится, ставим дизлайки. Все, всем пока-пока.